Апошні події в області у матеріалах кореспондента у телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталі Ігнатенка. Вітаю вас, глядіться у гэтым выпуску. Президент Беларуси Александр Лукашенко звернулся со штогадовым посланием до белорусского народа и национального сходу. Сегодня у Гомеле дали старт реализации еще 22 мясцовых инициатив. Двойники Дмитрия Нагеева приняли удел у презентации кинопремьеры «Кухня. Апошняя битва». А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня звернулся со штогадовым посланием до белорусского народа и национального сходу. За выступлением керовника державы сачили и жыхары Гомельской области. Их думками поцікавились наши корреспонденты. Бадай галоўнае пытанне для жыхароў кожного региона – право на працу и годную зарплату. При этом Александр Лукашенко перакананы, основой для ее росту повинна стать продукционность працы. Это комплексная задача, якая мае на увазе переузброение старых и створение новых творчеству, укоренение сучасных технологий и автоматизацию, а еще подрыхтовку рабочих и специалистов высокого класса. Ураду поставлена задача обеспечить в этом году зарплату у 1000 белорусских рублей. Але гэтые гроши необходимо сапраўды заработать. В полной мере это касается и нашего предприятия, где установлено новое оборудование. Мы тоже ищем новые рынки сбыта, работаем над уменьшением себестоимости выпускаемой продукции. И эта работа не останавливалась и будет вестись дальше. Калі на промысловых предприемствах специального прогляду выступления не организовывали, каб не спынять вытворший процесс, то у высших навучальных установок студенты сошили за посланием у реальном часе. У Белорусском державном университете транспорту телевизор установили у одной из читальных залов. Нехто провел тут увесь час, покуль огучивалось послание, нехто приходил после лекций ти лабораторных занятков. Не глядя на то, что это у першую шаргу ВНУ, актуальным для университета является и пытание экспорту послуг. С 2012 года тут працуе выпробовальный центр чыгуначнага транспорту. Сярод заказчиков – Россия, Франция, Узбекистан и Япония. Только в минулом годе экспорт склал амаль 1 300 000 долларов. Делегация Белгута во главе с ректором университета вернулась с Китайской Народной Республики. Посещала университеты и профильные транспортные предприятия. Заключено соглашение о сотрудничестве. А это совместные научные разработки, это новые технологии. Мы стараемся с каждыми предприятиями заключать соглашение о стратегическом партнерстве. Еще одна актуальная для Гомельской области тема – развитие предпринимательства. У апошние годы колькость малых предприемств увеличивается, але их деятельность могла бы быть больше эффективной. Александр Лукашенко перекананы. Активизация деловой инициативы – одна из наибольш важных державных задач. По широку объективных причин сегодня с объектом господарения тяжко конкурировать на рынку, а тому необходимо створить для их больше сприяльные умовы. У тым лику про выключение непотребных проверок. Зараз рыхтуется отповедный декрет президента, и Гомельская область мая свои пропановы. Основные трудности вызывали вопросы, скажем так, контрольной деятельности, связанные с выполнением требований МЧС, санитарно-гигиенических норм и ряда других. Я думаю, что в новых документах найдет отражение их упрощения и возможность работать, скажем, без выполнения ряда норм, которые уже устарели. Олег Сунцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля дадзены старт реализации еще 22 мясцовых инициатив в рамках проекта Евросоюза и Организации Объединенных Наций «Содзейнічанне развитию на мясцовом узроўні у Республике Беларусь». У среднем на каждый проект будет выдаткавана каля 20 тысяч евро. Что на гэтыя сродки меркуюць набыть жыхары региона? Поцікавіўся Олег Сенцероу. Финансованием мясцовых инициатив Евросоюз и Организация Объединенных Наций занимаются уже не одно десятилетие. Только на Гомельщине в рамках этих проектов мясцовое населенство створало музеи экологии и народного быту, занималось выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводствием. Старт черговому этапу был даден у минулом году. Со 118 районов Беларуси отобрали 35 таких у Гомельской области. Главный принцип – проекты должны быть, по-перше, реальными, а по-другое – да помочь местному населенству полепшить свой добробыт. У тым ліку про створение новых працовных мест.
по итогам реализации инициатив будут создаваться рабочие места. Допустим, если мы возьмем Центр социального обслуживания населения, они строят на территории своего центра теплицу, выращивают там грибы или овощи, фрукты. То, естественно, они нанимают людей, и они создают дополнительные рабочие места. Первомощцам конкурса местных инициатив уручили специальные сертификаты. На Гомичине их отримали 22 организации с Кармянского, Будокошелевского, Брагинского, Ветковского и Чачевского районов. Проекты самые разные. Около 30% закликаны вырешить некие социальные проблемы. Прикладно столько же накировано на пропаганду здорового ладу життя. Кожная сёмая инициатива тычется экономичной сферы, практически все остальное – туризм. На той же Кармянщине, например, меркуется створить центр по проверке крови, причем обслуговываться тут будут как звычайные жихары, так и сотрудники районного отдела по надзвичайных ситуациях. После вертания с тушения пожаров, а прочатого брендом района повинен стать фестиваль льону, який упершиню пройде уже у версне этого года. Гэтая культура сегодня широко распространена на Кармянщине, а продукция мясового льнозавода ведомая не только в Беларуси. Теперь популярность белорусского льону станет еще больше значной. Мы будем представлять у себя лен как бренд. Безусловно, расскажем, что это такое, как он проходил, как он зарождался на нашей территории. Будем представлять здесь и свои традиции из льна, наши поделки, будем привлекать наших ремесленников, которые смогут потом. И выйдем, в общем-то, на тот бренд. Будет создана у нас льняная гостиная, где мы сможем проводить ряд мероприятий. И будем выходить на тот бренд, которым будет гордиться Кармянщина. Перед початком реализации проекта для удельников провели региональные семинары, на которых рассказали, как правильно спланировать работу в рамках действующего законодательства, какие товары необходимо набыть для достижения запланированного и как вести аналитичную и финансовую справоздачу. Раз полгода все проекты должны быть реализованы. Максимальный грант, который выделяется на проект, 28 тысяч евро. В масштабах державы, возможно, не самые значные сроки, но это дополнительная крыница полепшения добробыту местного населения. Как чекается, реализация проекта может начаться уже в наступном месяце. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Пытанні пажарнай бяспекі, а таксама абароны насельніцтва і тэрыторыі Гомеля ад прыродных і тэхнагенных надзвычайных сітуацый абмеркавалі сёння на пасяджэнні гарвыканкама. Летась адзначана зніжэнне колькасці пажараў і гібелі на іх людзей. Прычына большасці трагедыі – неасцярожнае выходжанне з агнём. У 80% выпадкаў пажары сталі вынікам злоўжывання алкаголем. І гэта дыктуе накірункі прафілактыкі, у якіх варта рухацца больш актыўна. Очень сильно сейчас работаем с социальными гражданами, ведущими, будем говорить, социальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками. Сейчас с ними проводится очень большая и плодотворная работа для уменьшения, снижения их гибели в первую очередь. Есть списки, по которым мы анализируем, где они проживают, пытаемся помочь им трудоустроиться. Мы предлагаем им направление на оздоровление, проводим разъяснительную работу. Делается все возможное для того, чтобы их вовлечь в нашу социальную среду. Гэтыя абавязкі ўскладзены на наглядальныя камісіі. Летась, дзякуючы ім, атрымалася выявіць і ліквідаваць больш як 1500 фактараў рызыкі. Сваю работу камісіі працягваюць і сёлета. Асобную ўвагу на пасяджэнні звярнулі на пытанні тэхнагеннай бяспекі. На тэрыторыі Гомеля знаходзяцца 4 хімічна-небяспечныя прадпрыемствы. Не ўсе з іх абсталяваны сістэмамі абвесткі пра пагрозы надзвычайных сітуацый. Гэты недахоп даручана выправіць. Адміністрацыям раёнаў горада таксама даведзена прыняць меры па папярэджанні ўзгаранняў сухой расліннасці. Для прэм'ернага паказу кінастужкі «Кухня. Апошняя бітва» у Гомелі адшукалі двайнікоў Дмітрыя Нагіева. Напярэдадні у кінатэатры імя Каленіна яны прынялі ўдзел у яскравым шоу. Выхад на вялікія экраны расійскай камедыі прадпрыемства «Кінатаўр» вырашыла зрабіць запамінальным. За некалькі тыдняў да прэм'еры аб'явілі кастынг двайнікоў знакамітага акцёра і шоумена. За сваімі акцёрскімі задачамі непрафесіянальныя артысты справіліся выдатна. На працяжэнні, скажам так, года два, может, три. Некоторые люди говорили, что в городе похож при встрече. О, Дмитрий Нагиев идет. А тут буквально недавно увидел
объявление на сайте. Решил попробовать, пришел. Это немножко как-то прельщает, потому что Нагиев все-таки великая звезда. Ну, по крайней мере, мне так он нравится точно. Как этот типаж брутальности мужчины и тому подобное. Ну, а я о себе могу сказать, я Виталий Алексеевич. И мне, конечно, было желательно, хотелось бы, чтобы я был я, а не просто похож на кого-то. Наведвальники премьерного показа зародились позитивным настроем, почаставались смачными стравами и приняли удел у конкурсах. ГТ, а так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфира спортивный огляд. С новинами спорта вас познакомит мой коллега Максим Савин.